Вот он! Это он! Брызните кислотой в глаза! Это его освежить! Господин! Вам к лицу жестокость! Идемте! Нас ждут великие свершения! Я чую, как земля содрогается от ужаса! Я Гнару, старший свиты и преданный слуга тьмы. Дурнота прой... В этой пещере находится плодильня, где рождаются и живут прихвостни. Теперь вы с нами и можете вызывать прихвостней через портал прихвостней. Посмотрите в эти хитрые злобные глазки. Прихвостни готовы начать резню. Продолжим. Следуйте за мной. Я обучу вас искусству управления свитой и ведения битвы. Но если вы хотите немедленно приступить к резне, то я подожду вас в тронном зале. Они последуют за вами. А как же обучение искусству зла, хозяин? Слушай. Зло — это не только огненные вихри, паника и хаос. Настоящее зло — это искусство и немного кровавого фарша. Красавица еще не проснулась! Это шут, хозяин! Его давно стоило прибить за уши к стене башни! Научите его уважать своего господина! Да! Хорошо, бейте еще, без остановки. Видите, какая реакция? Зло так просто не забывается. Давай, железяка, ты посмотришь, что... Отлично, вы его поймали. Его не достать, мессир! Прикажите чертям заткнуть ему глотку! Ой, умора! Властелин, пластилин! Убивать не слазь! Сердце радуется, когда вижу, как они носятся, разрывают друг друга на куски. Отзовите свиту, господин! Всех до одного! Господин властелин, где же ваше зло? Если свите предстоит извилистый путь, вам придется лично указать его.
убивать! Понеслась! Смерть! Смерть! На позиции! Слушай, смерть! Смерть! Да, господин! Ломаюсь! Понял! Да, господин! Понеслась! Я на позиции! Да, господин! Я на позиции! Смерть! Понял! Ваш тронный зал, повелитель. Увы, в наши дни к любому оплоту зла выстраивается очередь героев-самозванцев. Последние были особенно назойливыми, даже прикончили вашего предшественника. Но появились вы, господин. Зло везде пробьет дорогу. Они разграбили и чуть было не разрушили башню. Но эта помеха ничтожна для сил тьмы, повелитель. Вы наш новый владыка. Отстройте башню, покарайте мнимых героев и верните себе владение тьмы. Это башенный портал, повелитель. К несчастью, ему недостает источника силы сердца башни. Но немного энергии еще сохранилось. Ее хватит, чтобы доставить вас туда, где в последний раз видели сердце. Когда будете готовы, повелитель, шагните во врата. Я буду ждать вас с другой стороны. Мое почтение! На редкость самоуверенный хозяин. Властитель развалин! На редкость самоуверенный хозяин. Властитель развалин. На редкость самоуверенный хозяин. Властитель развалин. На редкость самоуверенный хозяин. Властитель развалин. А, вы прошли через врата, господин. Глубинка. Сплошная красота, спокойствие, идиллия. Отвратительно, правда? Вы уж потерпите, господин. Врата — это древний магический ход между этими землями и башней. Через них вы можете призывать своих слуг. Сейчас вам подвластны только бурые. Чтобы командовать другими кланами прихвостней, надо их сначала найти. Возможно, мы сумеем найти украденные части башни в этой прекрасной цветущей мерзости. Ваши прихвостни готовы. Нужно их лишь призвать.
Куры и прихвостни — ваши лучшие бойцы. Они с радостью умрут, чтобы не умерли вы. У этих пушистых созданий совсем нет мозгов. Но забрать их жизненную силу вы все равно можете. Помните, чем больше жизненной силы, тем больше слуг можно призвать сквозь врата. Вам стоит созвать войско, повелитель. Может, вернемся к вратам? Жалкие безмозглые создания. Дорога перекрыта. Но нас ведь много. Укажите всем своим прихвостням на эту колонну, и вместе они сумеют ее сдвинуть. В этих урнах может лежать что-то интересное. Прихвостни обожают ломать всякие вещи. Правда, убивать они любят еще больше. Навались, тухлые комки плоти! Не посрамим нашего господина! Вперед! Полурослики отняли у меня ферму, привязали меня на солнцепеке ворон пугать, а теперь еще и тыквы ополчились против бедного Боба. Они хотят отомстить мне за все те пироги, что я из них сделал, за студень и мороженое. Я слышал, как они шепчутся по ночам, но свою ферму полуросликам я не отдам. Нет уж, они еще хуже тыкв. Пожалуйста, помогите бедному Бобу вернуть ферму. Ваши слуги ведь никак не связаны с тыквами, правда? Они кричат, тыквы кричат, они напуганы до смерти. Хватайте их, ловите их! Даже птицы надо мной смеются. Они в сговоре с тыквами, я знаю. Моя ферма! Но лучше пусть она будет разрушена, чем провоняет полуросликами. Они ведь не из тех, что пьют чай с печеньками. Они мелкие стадо. Задайте им жару. Ох, лучше тебе не мешкать, сынок. Тропа от моего дома ведет в деревне Кутеж. Спорю, там целые полчища этих толстеньких дьяволят. Так что держите ухо востро. Мочи! 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 Думаю, я останусь здесь, ферму восстановлю, буду выращивать кабачки. Кабачки ведь не разговаривают. Да, все будет хорошо. Свита самостоятельно подбирает все найденные полезные вещи. А иногда и бесполезные. Нет, не пугайтесь. Ваши доспехи и оружие выкованы в башне специально под заказ. Своему повелителю мы краденое давать не дерзнем. Нет. Видите тучки, что поднимаются над мертвыми полуросликами? Это энергия зла, что живет в каждом злом существе. Со временем вы многое. Сердце башни. Должно быть, полурослики при его помощи выращивали тыквы. Дурачье! Они не ведают о закрытой в нем истинной силе. Нужно расколотить тыквы и вернуть башне ее сердце. Конечно же, прихвостни понесут его за вас, повелитель. Темный властелин не должен таскать тяжесть. Ha 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 ha
Осторожнее, нежнее. А, свита нашла короткий путь. Лишай, ты чего отлыниваешь? Потрох, я же вижу, притворяешься, держишь его одним когтем. Губан, навались! Жалкий ты бурдюк с гноем! А ну вновь на прежнем месте! Это и есть сердце башни, повелитель. Оно сыграет главную роль в возрождении вашего царства тьмы. Теперь вы сможете бывать в башне, когда пожелаете, и пользоваться всеми ее ресурсами. Смотрите-ка, вам преподнесли маленький подарок, господин. Вы можете управлять 10 прихвостнями. Этот сохранил заклятие. Это огненное заклятие. Живучий малый. Надо было догадаться, что он выдержит. Я научу вас призывать его на помощь, когда понадобится. Но заклинаю вас, повелитель, ищите остальные вещи, пропавшие из башни. Сейчас нам не помешал бы кран. Тогда мы расчистили бы обломки и проникли в покои. Увы. Я уже не то воплощение зла, каким когда-то был. Я не чувствую прикосновения ног к сочной траве. Я не слышу пения птиц. Фу! Мне бы только найти угол потемнее. Да кого-нибудь отдубасить. Я останусь здесь, повелитель. И благодаря сердцу буду говорить с вами, видеть и слышать то же, что и вы. Вернуться во владение полуросликов можно через врата. Мое почтение! Раз, проверка! Эта штука работает? Кажется, не очень. Вы меня слышите, повелитель? О! Существа в округе, мой господин, весьма бесстыдны и наверняка уже размножились, покрыв свои потери. Призовите своих слуг, и мы отправимся в деревню! Утёж! Что за отвратительный нахуй? За хозяина! Полурослики идут к бою! Стойте! Это не полурослики! Посмотрите на того бугая в шлеме! Может, это 2 полурослика в одних доспехах? Ха, да, спорю, так и есть! Я бы не стал доверять этим мелким пронырам! Ну, может, ты и прав! Эй, если вы не полурослики, освободите наших людей из лагерей, что дальше по дороге! Стойте уже спокойно, а то мне никак не прицелиться! Вон они в поле, маленькие жадные полурослики. Подожгите пшеницу огненным шаром и поджарьте их, как поросят на обед. Жги!
Убивание спал! Это мое! Это все мне! А? Снова полурослики! Огонь! Еще кое-что, господин. Каждое убийство невинного человека делает вас более злобным. Это притягивает к вам энергию зла, делая вас сильнее. Однако для долгого похода во славу тьмы это не очень подходит. Нам нужны живые люди. Из их благодарности можно извлечь определенную пользу. Прелесть! Наверное, это лагерь, о котором говорили крестьяне. Осторожнее, это кровавая яма, повелитель. Здесь вы можете принести в жертву своих слуг, чтобы восстановить здоровье. Не сомневайтесь, они с радостью умрут ради вас. Они преданы вам. Они кидаются камнями. Недоразвитые! Я слышу скулёж каких-то маленьких существ, господин. Смотрите, господин, колесо! Ваши слуги могут повернуть его, и тогда... Неизвестно, что случится. Убедитесь, что вас сопровождает достаточно слуг. Может, полурослики и малы, но они все же опасны. Мозоли! О, мои бедные руки! Спасибо, господин. Мы должны предупредить вас, что лагерь впереди защищен камнеметами. Все мне!
красота! Это вам! Эй, помогите нам! Вон там остались еще пленники, но их охраняет тролль, здоровенный как гора. Зачем умирать, когда за тебя готовы умереть другие? Страх и благоговение могут быть очень полезны, господин. Вон там остались еще пленники, но их охраняет тролль, здоровенный как гора. Выпустите нас отсюда! Вот так! Этот тролль съел моего брата! Выпустите нас отсюда! Заповели тебя! Это вам! Наш освободитель! Эй, нам эта махина больше не нужна. Хотите, забирайте. Ну, теперь тут все наше, неудачники. Скорее, господин, пусть прихвостни тащит эту штуку к путевым вратам. Свободны! Да! Хвала богам! Свобода! Возвращаемся в кутеж! Да, господин! Это мое! Красота!
сокровище! Слышу скулёж каких-то маленьких существ, господин. Это вам! О, мы в вас ничуть не сомневались. Просто малость пошутили раньше, но вы ведь на нас зла не держите. У меня прямо душа радуется, когда смотрю на отдыхающих. Вот ведь веселая компашка. В родной Рубории меня называли Арчибальдамиусом Мафусаилом Вихлистолом Третьим. Но местные зовут меня просто Арчи. Тяжелые были времена. Полурослики рыскали по фермам. Все тамошние жители собрались в кутеже. У меня перед крыльцом. Зачем-то выбрали меня мэром. А у меня одна только выпивка. И никакой еды. Послушайте, мне бы очень помог... отважный рыцарь, который бы вернул провиант, украденный полурослик. Их деревня находится на востоке. Спорю, там они хранят награбленное. Предлагаю сделку. Нам сытые брюха, вам звонкие карманы. По рукам? Богатство! Вы с помощниками сделали за нас всю работу. Это мое! Я назову одну из своих тыкв в вашу честь. Вы бы уж разобрались с Мелвином. Yeah.
За хозяина! Это вам! Вечеринка намечается. Нужно поспешить, если мы не хотим ее пропустить. Не видать нам вечеринку. Пока они будут тут заняты, нам стоит поискать, где эти жадные демонята спрятали провиант из кутежа. Думаю, визиту такого красивого и величественного господина здесь будут рады, повелитель. Смерть! Смерть!
Ступайте тихо, господин. И пусть полурослики уже никогда не проснутся. Эти мерзкие твари не слишком-то любят полуросликов. Наболело ведь. Не сломай! У полуросликов норы повсюду. Нужно их засыпать, чтобы остановить нашествие. Красота! Я на позиции! Я на позиции!
умоляю, выпустите нас отсюда. Там есть специальное колесо. Я слышал, что полурослики собираются скормить нас Мелвину. Я не хочу стать закуской. Нет, не уходите! Не бросайте нас! Выпустите меня, нас отсюда! Поверните колесо! Злобные полурослики опять тыкали в меня шампуром! Колесо разломал какой-то глупый полурослик. Теперь вам придется найти недостающие спицы, господин. Вот эта тыквочка! Наверное, несколько лет росла. Не хотите ли разбить ее в святку? Я на позиции, слушаюсь. Новая вещица? Обожаю обновки. Теперь вы можете управлять 15 прихвостями! 15! Да у средней овцы клеток в мозгу вдвое меньше!
Хозяина!
Чтобы повернуть его, потребуется 12 прихвостней. Мы нашли их гнездо, господин. Осторожнее, не вспугните их всех сразу. А то они сварят вашу свиту в котле быстрее, чем вы скажете «бульон». Жги! Да, господи!
мое! Гори, гори! И пища. Прикажите свите перенести ее, господин. Понесла. Да, господин. Грабеж! Вы нашли ее! Кутеж спасен! Благодарю вас, милорд! Если вы положите еду рядом со мной, мы сможем отнести ее в кутеж. Эта еда может сильно увеличить ваш запас жизненных сил, повелитель. Можете оставить все им. Просто подойдите к платформе и позвольте прихвостням положить на нее еду. Но если вы сегодня злой, то почему бы не оставить ее себе? Тогда придется избавиться от... Эй! Великодушный поступок. Надеюсь, кутеж вас отблагодарит. Ah!
Так-так-так. Кажется, герой полуросликов Мелвин не просто вырос, но и перерос. Жаль, что в музыке он не разбирается так же, как в еде. Это мое! За хозяина это вам! Кажется, Мелвин мчится изо всех сил, то есть перекатывается. Ваши прихвостни зачарованы. Есть в этом какая-то пугающая красота. Наверное, мы останемся здесь. Будем наслаждаться мелодией. О, мои ноги, повелитель! Я не могу остановиться! Я танцую! Танцую! Скорее сделайте же что-нибудь! Великий уходит из жизни так рано. Ах, его музыка будет жить в наших Тебя.
Вы не сможете догнать этого толстячка, пока не почините колесо, господин. Так,
господин. И все это для одного героя полуросликов? Да тут можно сотню наших накормить. Красные. Похоже, полурослики используют их для разведения огня. А вон то колесо регулирует высоту пламени. Я на позиции, грабеж! Полурослик. Труба неслась. Теперь не маленький. Иди-ка сюда. Стой спокойно, лакомый кусочек. Мой! 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 Вкусный! Ням! Вкусный! Есть! Хочу есть! Иди-ка сюда! Еда! Размять еду! Есть еду! Ха-ха-ха!
заткните его, как пузырь, повелитель. Господин, это концентрированное зло. Оно накапливается в тех, кто при жизни был особенно зол. Теперь, когда вы разобрались с Мелвином, нужно найти наших огненных друзей. Заботьтесь о них, и они будут заботиться о вас, как одна большая злая сила. Как я уже говорил, красным не страшен огонь, а еще они умеют поражать врага на расстоянии. Вызовите нескольких красных, повелитель. Думаю, вам стоит попрактиковаться, владыка. Выберите своих красных. А красные. Теперь проведите красных сквозь огненный заслон. Вон туда. Внимание, Урье! Это красная жизненная сила. Она позволит вам призвать больше красных. Хозяин барин. Это гнездо красных прихвостней. Вызовите красных, чтобы они отнесли его к путевым вратам. Красные не пойдут за нами без своего гнезда. Смерть! 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 Смер
позицию! Отличная возможность бросить красных в бой против полуросликов. Вызовите красных из красного гнезда и прикажите им сжечь и убивать, владыка! Отсюда их не достать. Нужно поставить красных так, чтобы нанести побольше урона огнем. Вы сдерживаете поворот, и теперь бурые могут спокойно пройти к колесу. Это бам! И вскинулось пламя, и случилась резня. Отлично, повелитель. Вы можете приказать слугам держать позицию. Поставьте отметку в нужное место, и все.
Теперь вы можете заново отстроить башню, господин. Подъемник! Отлично! Начинаем строительство подземелья. Посмотрите, как мило. Здесь можно драться с любым побежденным врагом. Приветствую! Добро пожаловать в плодильню, хозяин. Мое почтение! А здесь вы можете отработать боевые приемы, если есть желание. В башне... Мое почтение! Человек, огнемет! Мучитель Белвина! Утешитель урчащих внутренностей! Господин, вы избавили нас от Мелвина, и овцам теперь благодать настала. Берите, сколько потребуется, они плодятся быстрее, чем я их считаю. Ах, еще овечки! Воистину, боги милостивы к нам, презренным смердам. Они даровали нам путь, которым можно ускользнуть от темного властелина. Должно быть, это путь на небеса. А крылья нам дадут? Я хочу крылья. Крылья у нас будут? О, лишь бы были крылья. Спасли. Я бы не смог еще одну ночь слушать, как мой живот бурчит от голода. Вам рады в счастливом муле в любое время. Кажется, я влюбилась.
Вы бы уж разобрались с Мелвином. Я на позиции! Yeah.
Вы бы уж разобрались с Мелвином. А подружка у тебя уже есть? Мускулистый красавчик. Замок Кутёж осаждён, он горит. Демоны, там демоны, они появились прямо из воздуха. Госпожа приказала нам бежать. Я бежал без оглядки, даже когда раздались крики. Я не знаю, спасся ли кто-нибудь ещё. Даже 1000 полуросликов не может такое устроить.
Я чую запах чужой магии в воздухе. Нехороший такой запашок. Думаю, вам стоит вмешаться. Точно не местный. Интересно, имеет ли к этому отношение та госпожа, которую упоминал? Нужно найти другой вход. О, владыка теней! Сломай! 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 Сломай!
буре! Все! Новая вещица? Обожаю обновки. Вы поправили здоровье. Все! Поспешите, они уже близко. Назад! Эти люди не причинят тебе вреда. Брось это. Я знаю. Ладно, тогда бежим. Скорее в кладовую. Это было что-то ужасное. Если не хочешь, чтобы это ужасное приперлось за нами сюда, закрой дверь.
Да, господин! Оставьте красных позади. Ваши маленькие слуги такие милашки. Меня зовут Роза. Кажется, вы можете за себя постоять. Не хотите мне помочь с кое-чем? Приходилось вам слышать о болезни в небесной обители? Просто кошмар. Я пришла сюда с надеждой, что тут можно спрятать тех, кто не болеет. Пока еще не болеет. Мне нужно выбраться отсюда, но я не могу бросить свои вещи и позволить бандитам просто так уйти. Можете вы разобраться с бандитами и вернуть мои вещи? О, вам стоит знать, что бандиты водят с собой странное существо. Оно волшебное. Должно быть, оно и помогло им попасть сюда. Вижу, вы еще не нашли мои вещи. Должно быть, я в вас ошиблась. Вы должны открыть ворота в подвал. Ну же, идите! Хозяин барин. Красные. Ломай! Все. Смерть! Смерть! Я на позиции! Смерть!
Все! Красные! Уре! Красные! Хозяин барин! Бандиты не хотят, чтобы я помогала жертвам болезни. Они хотят сеять повсюду хаос. Если болезнь выберется за пределы небесной обители, мир станет неуправляемым. Мне это не нравится. Присутствие этого существа объясняет, как в замок попали бандиты. Скорее поставьте красных на возвышенность, чтобы они атаковали чудовище! Нужно взять его в кольцо! Буры! Его в кольцо! Красный! Женщине, прежде чем она утопит нас в слезах. Все! Понеслась! Понеслась! Понеслась!
быстрее! Путёж! Мои вещи! Вы со своими малютками их нашли! Малютки? Я думала, что вы заурядный любитель подземелий, но в деле вы оказались по-настоящему хороши. Думаю, такому мужчине должна понравиться такая женщина. Идемте же. Это и есть башня? Надо бы прибраться. Добрый день, госпожа. Господин, мы нашли частные апартаменты. Я распорядился, чтобы чемоданы госпожи отнесли туда. Если ты собираешься в небесную обитель, выясни, что вызвало эпидемию чумы. Я поднимусь к себе. Не хочу, чтобы лапочки съели мои запасы и мучились животиками. Я пока что разберу вещи, а потом заходи, выпьем чаю, поговорим. А, вот и ты. Конечно, я не привыкла к этой обстановке, но мы еще все обустроим. Я тебе все покажу. Смотреть почти не на что, но хорошая уборка исправит положение. Не забудьте про интерьер. Нет предела совершенству. Мило. Одобряю. У тебя прекрасный вкус. Нет предела совершенству. Здесь отличная комната. Можно сделать спальню, банкетный зал, а также превосходную камеру пыток. Утешитель урчащих внуков!